И сегодня же в Минском городском суде приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших замминистра здравоохранения Игоря Лосийского и главврача 12-й стоматологической поликлиники столицы Владимира Кравченко. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение, Кравченко в получении взятки повторно в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями. В ходе заседания были названы суммы вознаграждения от представителей коммерческих фирм за решение вопросов закупки медицинского оборудования. От 300 рублей до 15 тысяч долларов. Оба обвиняемых вину признали. Бывший замминистра находится под стражей. В отношении экс-главврача избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Владимир Кравченок заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнил его условия в полном объеме. Возместил ущерб, уплатив весь незаконный доход и помог в расследовании преступлений. Сейчас он работает стоматологом в одной из поликлиник Минска.